Всем привет, ребята, с вами снова Терминатор, и вы снова на канале The Game Reviews. Сегодня у нас будет очередной выпуск из разряда «Часто задаваемые вопросы». Имеется в виду задаваемые вопросы часто мне. То есть не те, которые вот здесь вот в ЧАВО написаны, а те, скажем так, ЧАВО в мой адрес. Короче говоря, мы с вами уже обсудили ваши часто задаваемые вопросы про ключи, про выходы из локаций, про там кастомизацию оружия, про управление персонажем и так далее. Приступим теперь к следующему часто задаваемому вопросу. Как отправить баг-репорт об игре Escape from Tarkov? Не надо судить меня строго, те, кто и правда это знает, и те, кто думает, что в этом ничего сложного. Я сам с вами согласен, ничего там сложного нет, но реально есть люди, которые прям, ну, конкретно поднадоели с вопросом по поводу того, как отправить баг-репорт. Поэтому данное видео именно для тех людей, кто до сих пор еще не знает, как это сделать. Найти баг. Надо проверить отчеты пользователей. Искать ошибки в логах. И это связано с багом, а баг это Эврика. Жук это та же муха. Фильм муха. Во-первых, когда вы играете, если вдруг вы увидели какой-то баг, сразу же нажимайте клавишу Print Screen. Путь, библиотека, документы, Escape from Tarkov, скриншот. Здесь будет у вас ваши все скриншоты, которые вы сделали. Далее, смотрите, вот тут на самом сайте игры, не на форуме, а на сайте игры, то есть escapefromtarkov.com, без всяких слэшей, без форум, надписей и прочего. Идете в профиль, далее идете, вот здесь есть сообщить о баге, вот сюда нажимаете. Перед вами появляется вот такая вот штуковина. Здесь есть категории, выбираете категорию, где вы увидели какой тот или иной баг. Например, баг с интерфейсом, с торговлей, лаунчер, визуальный баг. То есть, если в самой игре там где-то что-то вы увидели, допустим, оружие не прорисовано или еще что-то. Если сюда пишете, ну, ваше, скажем так, ваш комментарий, что именно вам там не понравилось, какой баг вы заметили. Скриншот перемещаете из папки скриншот. Прям берете, вот, допустим, хватаете скриншот и перемещаете вот сюда, отпускаете на вот эту надпись. Я сейчас не буду, так как никакого бага мне нету. Дальше у вас есть папка EFT, где у вас хранится вся основная часть игры. То есть, ну, в смысле, где хранится, в общем, вся игра, корневая папка игры. Здесь есть лог-файл под лаунчером, его тоже желательно сюда кинуть на всякий случай. А также вот папка logs, заходите сюда, смотрите по дате появления, по времени, то есть когда какая-то ошибка появится, у вас обязательно зафиксируется это все в лог-файле. Например, вот у меня была 10 апреля какая-то ошибка, я захожу сюда, копирую все вот эти лог-файлы и кидаю их также вот сюда, на вот эту надпись «Перенесите файлы сюда, чтобы прикрепить» и так далее. Вот, собственно говоря, и все. Нажимаете «Отправить», и все, и порядок. Ваш баг-репорт отправлен. Если вам вдруг это видео с такой простой задачей, как баг-репорт, чем-то помогло, то буду рад, что я не зря заморачивался с его записью. Потому что для меня это, ну, очень банальная процедура вообще. Я не знаю, какие у вас могли быть сложности с этим. Кстати, вся инструкция, оказывается, написана. Все, что я говорил, тут все это указано. Я только сейчас заметил. Как обычно, лайк, дизлайк, подписка, отписка. Всем спасибо за просмотр. С вами был Терминатор. Всем пока.